Снова я. Сегодня отличный день, чтобы заняться уборочкой. Вот, поэтому я решил устроить маленькую перестановочку и сейчас попробую вам показать, что и как будет происходить. Немножко темновато, ну да ладно. Так, вот такая вот у меня тут обстановочка творческая. Диванчик вот тут стоит, я уже немножко подразобрал, ковер подскрутил, пол тут помыл, вот, отодвинул этот самый, видите, как много всякой мебели, коробок и так далее. И буду сейчас заниматься маленькой перестановкой, все покажу. Фух, не такая уж это и легкая работа. Сейчас покажу. Тут болтики надо откручивать. Но без специальных приспособлений никак это не получится. Вон там, видите, один остался. И вот два отверстия. Два я уже выкрутил. Вот они вот такие длинные. Но проблема в том, что под этими вот штучками, сейчас покажу. Видите, вот тут ножка есть. И тут... Ладно, еще не до конца ковер достался. И тут ножки есть. А вот под той основой, которая там внутри, ножек нету. Она получается так немножко проседает, нагибается. Сейчас увидите. Полностью странная конструкция. Вон там, да? В этом углу. Она получается туда ниже садится. И надо поддерживать и одному. Ну, это такая задачка непростая раскрутить. Но буду пробовать. Даже ковер сложно было достать, но я достал. Сейчас второй кейс. Видите, стол сейчас стоит, уже некуда составлять. Теперь надо стол убрать и ковер скрутить и там под ним красивенько помыть. Так, больших тряпок я не люблю, поэтому пол мою все время вот такой губкой. Чик. И смотрите, оп, оп, оп. И вот так по чуть-чуть. Подкручивая ковер, сейчас буду как это мыть весь пол под ковром, потому что он тут не мылся уже, наверное, очень давно. О, потихоньку ковер скручивается, скручивается, но он, конечно, там жутко пыльный, и пол под ним становится все чище и чище. Ну а диван надо ждать помощника, чтобы помог. Ну что, вот весь ковер и скрутили, и пол весь под ковром помыли. Водичка, смотрите. Ну, я не сказал бы, что я такой прям грязнюля, но водичка такая темненькая. Так, ну что, теперь будем ждать, пока приедет помощник, и раскручивать все-таки диван до конца. Видите, практически нету места. Как вообще можно жить? Ну, посмотрим, когда все переставится, насколько станет лучше. Фух, ну что, пока все делалось, потемнело уже вон и на улице, и в глазах. Но сейчас покажу, какие результаты моих мини-трудов. Ну вот, смотрите, значит, место немножко, ну, непонятно, прибавилось или нет. Кресло, туда комодик. Диван стал вот так с подушками. Стол вот так наискось. Ну, тут кресло. И все. Такой вот, ну, какой-то мини, типа уютный уголок. Ну, и вот тут стало намного больше как-то свободного места. Поэтому, ну, не знаю, доволен, недоволен, но... Выглядит вроде как очень даже приятно. И вот так тогда на креселке будет выглядеть рабочее место. Хотя перед длинными выходными, наверное, больше места для отдыха. Я сейчас покажу диспозицию, как я буду наблюдать за всем происходящим, уже сидя в кресле. Ну вот. Не знаю, можно ли это назвать уют.
Но в целом ноутбук будет стоять вот тут, или даже, наверное, вон там, ближе туда. Телефончик на подставочке тут. В окошко любоваться туда, ничего не будет в компьютер отсвечивать. И если вдруг захочется спать, то прилечь можно вот сюда. Вот, если прилечь, то это будет вот так. У, кстати, очень даже комфортно, как мне кажется. Любимый кто-то там. Любимец семьи крыс вылазит. Ну и все, под книжными полочками. Вполне себе отлично и комфортно. Ставлю себе это на память. Вот. Ну и скину. Может быть, кому-нибудь ссылочку посмотреть. А может быть, и открою полный доступ. Не знаю. Ну, посмотрю. Все, на сегодня можно считать, что ух, работы, как это, по перемещению закончены. Сейчас еще отсюда покажу диспозицию. Ну и вот так из этого угла, вот видите, можно ногу удобно положить на креселко. Стольчик, гитарка. Все, очень даже все приятно. Шарики к Новому году готовы. Стол перемещен. На этом можно, наверное, и уже будет попрощаться. Не могу сказать, доволен или недоволен. Чуть еще бы побольше пространства стало, а так оно просто как это. Одни занятые квадраты стали другими и так далее. Но в целом со временем проверим, понравилось или нет. Ну и отдельное спасибо Михаилу Ивановичу за то, что он приехал и помог мне это все переставить. Один бы я, конечно же, не справился. Ну все, на этом тогда сегодняшнее мини-видео закончено.